Меня зовут Лара, я из города Маренки. Когда все произошло, я очень боюсь говорить Маренка. Я начинаю с бабушкой бояться ехать к Маренке. И иногда я очень плачу, потому что я не люблю ехать к Маренку. Вот. У нас было там два кота и было еще трое котят. Это были все трое брата. У нас был котенок Мурчик, Кузя и Пушок. Я в санатории уже 2 недели. У меня были проблемы с рукой, перелом был руки 2 костей. Вот. И я не очень могла ее хорошо двигать. И мне сразу, когда я ее поломала, мне начало плохо. Мне начала голова закружилась, и я упала. Мне иногда плохо очень. Вот 2 дня назад мне проснился сон, как я была в доме, он был целый. И как ночью начали стрелять. Я быстро проснулась, начала кричать и сказала бабушке, чтобы она проснулась. В понеделок нам психолог сказал, есть у него там игрушечка, и мы путешествовали по всему там миру. Нам дали там карту от Рената Ахметова. Есть еще добрых карта, добрых дел, вот. И мы там начали путешествовать по городу. Что мы с собой взяли? Там был у меня блокнотик, и мы писали, что мы там брали с собой. Мне с психологом очень понравилось играть и веселиться. Нравится мне здесь. Есть пляж, свежий воздух мне тут очень нравится. Тут лес, есть воздух. Запах леса очень мне нравится. Тут очень красиво. И магазины. Никогда не видела, что в лесу есть магазины. Мне после перелома руки чуть-чуть стало лучше, когда мы начали ходить на процедуру. Есть такая процедура, и набираешь воды, и там как какая-то жидкость наливается в эту ванну, и опускаешь руки, и оно, короче, как бульбашки начинают такие. И потом, когда я начинаю там есть песочные часы, у меня заводятся эти песочные часы. Вот. И потом все это передается, и начинается рука хорошо работать. Начинает все это очень-очень хорошо болеть, очень перестает. Вот.